Будем следить за Пулково. Но сначала обратимся к скандальному кемеровскому вузу, который после голого посвящения впервые дал скупой комментарий. В КемГУ подтвердили увольнение декана ИСТФАК. Это произошло на фоне скандала с публикацией в соцсетях фотографий с традиционного мероприятия «Посвящение в первокурснике». Праздник проходил на турбазе, перваши разделили на команды и предложили задание на сплочение команд. И один из конкурсов предполагал раздевание. Результат увидела вся страна. В кадр попали и голые несовершеннолетние. Кроме декана Константина Юматова уволены двое его заместителей. Служебное расследование продлится до 9 сентября. Тем временем администрация вуза отменила выездные посвящения для других факультетов. Наверное, чтобы те не раздевались, как студенты ИСТФАКа. Теперь традиционный праздник для поступивших абитуриентов будет проходить в актовом зале под присмотром взрослых. Кстати, официальный сайт вуза продолжает игнорировать новостную повестку. Последнее обновление в ленте опубликовано аж в апреле о том, что в Кемерово прилетели первые чайки.